В России сегодня отмечают одну из самых трагических и печальных дат. Исполняется 75 лет с начала блокады Ленинграда. Почти 900 дней город героически боролся за жизнь. О событиях минувших лет нашей съемочной группе рассказала Нина Владимировна Балагова. Она пережила блокаду. Началась война, я помню, еще помню, как мы ждали маму, вот, что был обстрел. А мы жили на Васильевском, на третьей линии. Видимо, на третьей линии был обстрел, а на второй нет, потому что она бежала по второй линии. Бежала. Я вот и запомнила платье ее, вот такое вот, полосатое, зеленоватое с желтеньким. Вот это я запомнила. Помню еще, как мы сидели на сундуке, бабушка говорит, ну что, Ниночка, есть хочешь? Я вздыхала и говорила, да, крошечки собирали все со стола. Вот это я вот, вот то, что у меня вот в памяти осталось. Весь этот голод, всю эту страшную зиму 42-41 года, это была самая страшная зима. Это было настолько холодно, никогда такого, это ж градусов заходили в городе, 40 градусов мороза было, вы понимаете? Это был какой-то кошмар. Вот. И тем более еще и хлеба-то не давали. Голодные-то мы все были. Вот мама, это был 42-й год. Это в 22 года ей, значит, было. Здесь, на этой фотографии. И она себя убрала.